Добавлю позицию Андрея Касьяненко. Разделили практически все собравшиеся. Работу коммунальных служб раскритиковал и руководитель «Энергогаз Ноябрьска». У нас большая претензия сейчас ко всем тем организациям, которые занимаются вывозом снега и складированием их. Пошло прямо такие разрушение коммуникаций, так скажем. То есть складирование возле ТП, РП, ЦТП, на коллектора канализационные, вплоть до что уже есть даже случаи, что провал камер тепловых. То есть как-то вот работа ведется безалаберно в этом направлении. Все растает, все как будет красиво, а у нас все коммуникации будут опять разрушены.